Здравствуйте! Наукой доказано, нервные клетки восстанавливаются и размножаются в течение всей жизни. Правда, медленно. И в наших силах выбрать такой образ жизни, при котором они работают с максимальной эффективностью. Сало и жирная рыба для новых клеток. В них содержится много полиненасыщенной омега-3 арахидоновой кислоты, абсолютно необходимой для создания новых нервных клеток. В растительном масле в чистом виде ее вообще нет. Требуется 100 грамм качественного деревенского сала и 300 грамм лососины в неделю. Сливочное масло. Оно против маразма. В нем содержится холестерин, тот самый, который считался ужасным ядом, пока врачи не выяснили, что его дефицит куда страшнее, чем избыток, так как он защищает нас от депрессии, старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Намажьте на свой утренний бутерброд. Для скорости мысли. В яичном желтке полно аминокислоты холина. Она необходима для синтеза ацетилхолина, вещества, передающего нервные импульсы от клетки к клетке. В неделю нужно 4-5 яиц. Говяжья печень для лучшей памяти содержит много цинка, а цинк обеспечивает нормальную работу гиппокампа, того участка мозга, где хранятся наши воспоминания. Рекомендуется употреблять 2-3 раза в неделю. Можно печень, а можно печеночные паштеты. Помидоры анти-эйдж. Они богаты мелатонином, который задерживает старение клеток мозга. Ешьте их каждый день просто так и в виде кетчупов и соусов. Яблоки целенаправленно защищают от свободных радикалов наши нейроны, и они дольше служат и не портятся. 2 яблока каждый день. Пьем чай из шалфея. В результате обмена веществ образуются дефектные аминокислоты, которые разрушают отвечающие за память структуры мозга. Чай из шалфея их подавляет. Сейчас на основе шалфеев фармакологи даже разрабатывают новое лекарство против болезни Альцгеймера. Завариваем 1 чайную ложку листьев шалфея на 200 мл кипятка, настаиваем 10 минут, добавляем лимон и мед.